Маленькая девочка София, которая всего 3 месяца, тяжело больна. Врачи поставили неутешительный диагноз – спинальная мышечная атрофия первой степени. Это редкое генетическое заболевание, из-за которого 50% детей не доживают до 2 лет. К сожалению, в нашей стране оказать необходимую помощь таким больным не могут, поэтому лечение проводится за границей. Возможность спасти девочку есть, но для этого необходимо собрать нужное количество средств на ее лечение в кратчайшие сроки. Сумма сбора озвучена очень огромная. Это страшные цифры – 2,5 миллиона долларов. Их взять просто так вот неоткуда. Поэтому мы всеми жителями, не только нашего Бреста, но и Республики Беларусь, активно пытаемся ей в этом помочь. Устраиваем флешмобы, ярмарки, выставки. Потому что медлить нам нельзя. Девочка слабеет на глазах, и ей нужно очень быстро оказать эту помощь. Помочь Софии вызвалась и Белорусская ассоциация творческих людей, которая организовала благотворительную выставку на втором этаже кинотеатра «Беларусь». В экспозиции свои работы представили более 30 брестских художников, а это около 50 работ. Они разные по масштабу и тематике, но приобретая хотя бы одну из них, вы оказываете помощь Софии. Деньги пойдут на счет больной девочки. Мы, хоть и организовываем эту благотворительную выставку, со своей стороны мы прекрасно понимаем, что физически мы не справимся. Но тем не менее мы люди, мы видим беду и решили принять в этом участие. Поэтому с этой целью Белорусская ассоциация творческих людей мы провели общее собрание и приняли решение провести вот такую благотворительную выставку с привлечением свободных брестских художников. И мы очень рады, что наши брестские художники были неравнодушны и дружно приняли участие в этой акции. Средства, собранные за проданные картины, это только малая часть той суммы, которая необходима на лечение Софии. Волонтеры приглашают всех неравнодушных людей присоединиться к такому важному делу и помочь спасти девочку. Благотворительная выставка будет работать по 28 февраля включительно. Еще есть время, ведь в наших силах помочь всем миром и подарить жизнь девочке, где каждый новый день будет начинаться с улыбки маленькой Софии и больше не будет этой гонки на выживание. Любая помощь даст шанс на выздоровление и полноценную жизнь. Ирина Кузьмич, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.